Внимание! Сезон сосулек объявляется открытым. В нескольких регионах страны уже есть пострадавшие. Смотреть, в каком состоянии крыша Чебоксар, отправилась наша съемочная группа. Обещанная оттепель еще не наступила, а чебоксарские крыши уже в сосульках. Технологии, которые препятствуют образованию наледи, стоят дорого и применяются в городе пока редко. Так что коммунальные службы действуют по старинке. Затем, чтобы на крыше не было сосулек, должны следить управляющие компании. Они работают с подрядчиками, нанимают альпинистов и автовышки. В январе месяце скопилось много снега на крышах и сосулек. Большая масса. В связи с этим мы уже как бы вторую неделю занимаемся это скидыванием снега, сосулек. Вот эти. Основная масса у нас по центру, как бы все дома, крыши стропильные. Если с вашей крыши свисают глыбы льда, а альпинистов на крыше не видно, обратиться можно в вашу управляющую компанию. Если та не отреагирует, в городскую диспетчерскую службу по телефону 074. Однако на все городские крыши сразу коммунальщиков, конечно, не хватит. Специалисты настоятельно просят горожан не игнорировать предупредительные надписи на стенах и сигнальные ленты, не лениться обходить огороженные участки. Впрочем, на некоторых городских улицах решили не рассчитывать на сознательность пешеходов. Так, на Богдана Хмельницкого тротуар на зиму просто перенесли подальше от крыши. Для этого расчистили проход там, где летом газон. Как говорят, на войне сосульками любые средства хороши.